Всем привет! Меня зовут Екатерина Юрочкина, и сейчас мы будем делать упражнения на растяжку. Итак, начнем. Положили одну ногу на другую, носок на себя, вытянули руки. Если так сложно держать ногу, вы можете положить ее на пол. Этот вариант более сложный. Вытянули руки, взяли за носок, лежим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, медленно поднимаемся, постучали ножками, эту же ногу завели за себя, носок на себя, руки наверх и медленно ложимся и лежим 1 минуту. Дыхание глубокое, стараемся коленку тянуть к полу, шея длинная, спина длинная, дышим глубоко и стараемся расслабиться. Лежим. Стараемся вторым выдохом уходить все глубже, глубже и глубже. Потихоньку переходим посередине и углубляемся. Потихонечку поднимаемся. Положили одну ногу на другую, носок на себя, вытянули руки, взяли за носок, лежим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Медленно поднимаемся. Постучали ножками. Эту же ногу завели за себя. Носок на себя. Руки наверх. И медленно ложимся и лежим 1 минуту. Дыхание глубокое. Стараемся коленку тянуть к полу, шея длинная, спина длинная, дышим глубоко и стараемся расслабиться. Лежим. Стараемся с каждым выдохом уходить все глубже, глубже и глубже.
Потихоньку переходим посередине и углубляем. Потихонечку поднимаемся.